это был обряд принятия имени чувашского, для которого нужно, я считаю, созреть. Ну, не каждый человек может так вот взять и придумать себе чувашское имя. Теперь это имя будет являться моей защитой от, как это назвать, от злых духов, что ли. Вот, в нашей культуре есть такие, узалзем называют их.